Так, я вам обещал показать свою собственную библиотеку, то есть которую я собрал, ее надо собрать, а потом пользуюсь. Для этого я включаю свою малявку, вот такую вот, которую, так сказать, мне нравится. 4К я не снимаю. Пойду вам показывать. Вот это вы уже знаете. Это тут часть моих книг. Но тем не менее. Вот смотрите, это уже чужие книги. Вот. Это уже Авиценна. Надо бы им почаще пользоваться. К сожалению, не так часто пользуюсь. Это значит, что тут у нас и Мегаре имеется. Мне этот автор заинтересовал, чем он, так сказать, берет. Вот. Так, лечение для третьего возраста. Вот она, ароматерапия. Все уже собрано. Материал лежит. Готов к тому, чтобы все это использовать, но никак. Кстати, а это я. Сертификат вот мой. Это то, что я... имею титул графа. Понимаете, не какой-нибудь там хрен собачий, а граф ёханый бабай. Далее, что у нас тут имеется? Это имеется, значит, тут... ну, это моя книжка стоит по онкологии. Это, по-моему, уже пошли... литература не моя. Да, это не моя литература. Вот она. Ванга, уважаю, омоложение и так далее, видите, вот. Журнал «Природа и человек». Это мои книги, это уже материалы. Джудши, очень полезная книга, много из нее взял, поработал. Так, «Славянский заговорник», я сейчас все более и более плотно занимаюсь заговорами. Но все не хватает времени. Так, растения, животные, что, что и как. Видите, официально написано. Далее, это вот книги. Тут часть мне что дарили. Часть там это... не дарили. Ух, ни хрена себе. Большая энциклопедия здоровья по системе Малахова. Вот эта книга, как бы сказать... ёханый бабай, смотрите, как она толстая. Видите, ну это собрали редакторы издательства и такую книгу залупили. Мои книги, вот я как раз излагаю и делаю так, как я считаю нужным, чтобы они были выставлены в моем исполнении. Далее, чтобы не просто было откуда-то, знаете, что-то тут такую фигню-мигню какую-то там, настрочил, а именно чтобы это чему-то соответствовало, это большая медицинская энциклопедия, официальное знание, пускай хоть они и устаревшие, но я к ним постоянно прибегаю для того, чтобы разобраться, потому что в интернете могут такую какую-нибудь статью залепить. Вот еще шкафы с книгами, это уже чужие книги, то есть вот эта библиотека. Библиотека. Вот она еще. Одни полки. С разными книгами. Я тут их по-разному уже тут сортировал. Допустим, травники к травникам. Еще что-то там. Еще к чему-то. То есть, вот эту вот большую медицинскую энциклопедию я вообще еще не занимаюсь оздоровлением, я уже ее собрал для того, что я уже, как бы сказать, заранее предчувствовал, что я буду этим заниматься, понимаете? Далее, вот пошли два ряда сложены книги. Так, это, как говорится, не все. Вот там еще какие-то книги, но это более художественное. Так. «Жития святых», вот эти вот «Жития святых» я прочитал. Возникла потребность прочитать их еще разок, чтобы это все было. Это кто-то иконку мне подарил. Так, очень много я, естественно, читал и продолжаю читать это Блаватской.
Елены Петровны. А толковая Библия, к сожалению, так приобрести приобрел, но смотреть не смотрел. Различные заговоры, вы видите, 909, 777 и так далее, 1111 и прочее. Нули вильмы там. Так, много книг у меня по эзотерике. Значит, здесь у меня, смотрите, это практически аюрведа, пракрити, да, тут некоторые книги двойные. Даль, толковый словарь, потому что меня интересует, откуда все это слово, что оно знает. Значит, далее у нас идут постижения высших миров. Упанишады мне нравятся тем, что это древние знания, а не, допустим, какие-то там более современные, в которых автор уже что-то там такое излагает. Значит, что такое? Каббала. Так, наука Каббала, еще Захар. Потом смотрите, это что такое? Сокровище духовной мудрости. Куда-то первый том уже делся. И два нету. Не читал, сразу скажу, не читал. Так, это моя фотография. А так, возможно, ничего не менял. Научное наследство, значит, ненужное для неучей. Средневековое руководство по траволечению в основном. Великолепная книга. Далее, что тут у нас идет? Эзотерика. Даже, видите, Битлз есть. Что, что и как. То есть, я интересуюсь феноменом всего, что есть. Христианство, Элвис Пресли. Что тут у нас еще? Энциклопедия Янтр. Очень интересная такая вообще наука. Вот. Большой медовый лечебник там. Ага, вот что я хотел вам показать. Вот это вот продемонстрировать. Это энциклопедия масонской герменической глобалистики. А, символов философии. А, несколько не то. Как видите, компьютер уже устаревший. Компьютер лежит, уже не принимая никакого действия. Йога. Много книг по йоге. Там посмотреть. Так, что тут у нас? Смотрели мы или не смотрели, да? Нектар преданности по йоге, по аюрведе. Очень серьезные книги. Тут же лежит принадлежности для фото. Мото. Медицина бессмертия, 280 лет. Ну, можно почитать будет, посмотреть, не читал, признаюсь. Далее, вот еще месяцеслов. Вот с ними я поработал, разобрался. Так, книга о судьбе, потом что там это, Блаватская. Это опять Авиценна. Михаил Булгаков, полное сочинение. Еще различные книжечки всякие. То есть я как-то трепетно отношусь к книгам. Понимаю, насколько они важны. Это различные программы, которыми я пользовался. Видите, тут Fine Reader и прочее. Можно посмотреть. Даже это, по-моему, эти чернила для принтера. Так, это что у нас? Что же что-то такое? Это. Вот это вот, смотрите, все я сам переписал, перепечатал в свое время, собрал и так далее, сделал. Гитары стоят.
Вот это тоже то, что я в свое время перепечатал, делал. Это еще интересные такие книги, но я к ним еще и не прикасался. Джонни Леннон. Как, за счет чего, что, как, Оша. Вот такие вот, вот она моя библиотека. Вот я вам ее показал. Ну и мой рабочий кабинет, я еще вам ее демонстрирую. Вот они стоят, замерли, экраны, теле. Тут что у нас лежит? Это как раз фотики сюда складываются. Все это валяется здесь. Это зарядки, это свет, это музыка. Это опять-таки для того, чтобы все это снималось. Можно, конечно, снимать. Это чтоб игралось, это смотрелось. Компьютер я уже вам показывал, сколько там видели. Макинтош. Видите, какой здоровый крейсер, нафиг, броненосец. Вот он второй стоит. Это тут для записи звука. Охренеть. Это валяется Марк III. Это четвертый. Видели для него штатив. Это объективы. Это еще книги не поместились. Это различные штучки, хрючки. Это еще не распечатал, ждет. Это как раз с камер этих. Различные клавиатуры, сканер. Вон он еще, компьютер тот, на котором я много работал, но устарел. И наконец-таки, вот он один, вот он второй, вот он третий. И вот они, прибамбасы к нему, это все жесткие диски, вот они стоят. И вон еще дополнительные, они уже все полные. Вот такая вот у меня библиотека. Ну, это все мышки, хрюшки и так далее. Вот он третий. И вот они, прибамбасы к нему. Это все жесткие диски. Вот они стоят. И вон еще дополнительные. Они уже все полные. Вот такая вот у меня библиотека. То есть, к чему я так прибил? Я вам показал, что я люблю знания, ценю его, собираю и использую. И благодаря этому можно, конечно, использовать лучше, можно использовать там хуже, можно всякое. То есть эффективность использования может быть разная. Ну, вот я слепил так, как я слепил, и вы меня видите. Ну что, на этом мы, опа, и закончим. Видите, как вылетело. Так, ну начнем. Начнем теперь монтаж. То есть сейчас это все надо сюда слить. Тут уже столько материала слить. А потом уже что-то монтировать. А тут уже обед. Вот он уже 12 часов.